Всем привет! Это видеообзор игрушки фирмы Trixi, которую я приобрела в магазине Шиншилка. Эта супер игрушка называется Poker Pox 2. Это развивающая игрушка третьего уровня сложности. Вот так выглядит игрушка. К игрушке есть инструкция. Значит, есть различные секции. Вот Соня уже начала разбирать. Значит, сверху вы вкладываете лакомство, а Сонька вынимает. Она вынимает вот эту вот полочку. И лакомство достаются Соне. Также здесь есть секция с косточкой. Вот так открывается. А мы уже съели здесь. Вот так открывается. Вот такая педалька. Выскакивает лакомство. Также вы можете вложить вот сюда, в это отверстие лакомство. И собачка, двигая рычаг, вынимает лакомство. И вот такая секция. В ней тоже лежат всевозможные лакомства. Сонька сейчас будет ее открывать. Давай, моя умничка. Вот так. Вот так. Супер игрушка. Я очень довольна. Плюс благодаря вот таким фиксаторам вы можете снимать эти секции для того, чтобы помыть. Эту игрушку можно мыть в посудомоечной машине также. И вы можете вот эти секции менять местами. Снимать, переодевать. Для того, чтобы собаке никогда не наскучила эта игрушка. Очень хорошо оставлять собаке эту игрушку, наполненной лакомствами, тогда, когда вы куда-то уходите, чтобы она не скучала и чтобы ей было весело. Вот. В общем, супер удовольствие. Нам хватает минут на 20-30 в зависимости от количества лакомств. Вот так. Спасибо вам за внимание. Я очень довольна этой покупкой.